Гайвлис слеби да. Дахтебис молодинши, кидалдан мдгоми, полковники Аурлиано Буэндия. Ом шориули сахамос гаихсенепс. Закончила школу я 2 года назад. Потом я поступила в техникум. Но 3 месяца получила грузинский, потом ушла из техникума. Я решила, что нужно высшее образование, что нужно сдать экзамены, поступить в университет. Но экзамены у меня не получилось сдать, потому что тяжелый был экзамен на грузинском. Есть знакомый, который сдавал на грузинском, но он не сдал, он армянин. Потом он сдавал на армянском и вот на 2-й раз поступил. Это как-то очень получается обидно, потому что все живем в Грузии, но как-то для русских нет, а вот для армян, для азербайджанцев есть, это как-то странно. Я хочу здесь остаться жить, в России мне не хочется.